И вошел в топ-200 фестивалей России. Ну, не только фейерверков, а вообще фестивалей. And our festival is one of the 200 grand event of Russia. Фестиваль фейерверков «Звездопад» 2019 является национальным событием года. The national event of the year. Сейчас мы проведем жеребьевку. Какие команды за какой будут стрелять? Две команды у нас вне конкурса. Одна из Смоленска, моя команда, как организатор. Другая из Москвы, компания «Леонард». И три команды, сейчас мы поймем, какая за какой будет стрелять. Now we can start a toss between three teams. Сейчас я прямо при вас напишу три цифры. Так, теперь нам надо выбрать желающего кого-нибудь, кто будет крутить барабан, чтобы не говорить. Maybe someone wants to take part in the toss. Давайте самого красивого, Антон. Надо двоих. Одного, кто будет крутить барабан, а другого, кто будет... А, нет, доставать мы будем команды звать по очереди. Можно две девушки? Да, пожалуйста. И какая команда первой пойдет тянуть жребий? По желанию. Бельгия первая. Первая Бельгия. Что, начинаем? Давайте из Бельгии первой тащить. Да? Да, вращайте. Там не было, что делаем. Номер два. Бельгия номер два. Номер два. Иди на камеру покажи. Внимание номер один. Давайте больше тянем. Четыре? Нет, три. Все равно почти правильно, потому что вы стреляете четвертый, а первый вне конкурса. Все, жеребьевку провели. Значит, у нас завтра первая команда стреляет вне конкурса город Смоленск, компания дяди Гриша. We finished our toss, and the first it's a small team from Smolensk, non-competitive. Вторая будет компания Kauf Fürwerk, Берлин, Германия. The second is German team from Berlin. Третья команда, которая будет номер два в конкурсном выступлении, команда Себе Пиротехник, Герашберген, Бельгия. The third number is team from Belgium. И четвертая команда, это номер три, будет выступать команда Super Power, Пичица, город Польша. Poland team, it's number three or four? Three.
И не конкурсное выступление у нас будет компания Леонард, город Москва. And non-competitive, it's number 5 from Moscow. Жюри у нас будет Игорь Георгиевич Сидорович, это компания Pirogov Technology, город Минск, Республика Беларусь. From jury, sorry, Игорь Сидорович, from Minsk. Вера Андреевна Истомина, это координатор проекта национальной календарь событий город Санкт-Петербург, она приедет завтра. Вера Истомина from St. Petersburg, it's a national... Хороший человек. Потом будет еще Татьяна Юрьевна Захарова, руководитель его «Первый каскад», город Москва. Должна сегодня подъехать, что-то нет, она будет позвонить. Татьяна Захарова from Moscow Opera. Андрей Владимирович Гордеев, он здесь, это разработчик компьютерного оборудования Axon Baker Works, город Днепропетровск, Украина. Андрей Гордеев from Ukraine. Винокуров Александр Иванович, это руководитель комитета демонстрации и зрелищности Российской пиротехнической ассоциации город Сергиев Посад, приедет завтра. Александр Иванович, это хороший персонал. Буду почувствовать, что я, но я подумаю, буду я оценки ставить или нет. В том году я там участвовал, в этом году, но в общем решим. Еще хочу сказать, что у нас призы для участников команд, это... такие изделия, тарелки, которые нам изготовил крутой оружейный завод из города Златоуст. Our prizes are made by factory from rural town Златоуст. Который делает всякое там оружие, и нам зовут делать какие-то там изделия. И местные ювелиры нам сделали такие сувениры для каждой команды. Первое место там позолочено, второе, третье серебро, и призрите по симпатии тоже серебро. And the German masters from Smolensk have done special souvenirs for all participants. Чтобы максимально у нас была справедливая оценка, у нас первые три места. Первое, второе, третье оценят жюри, мы вручим. И еще будет приз зрительской симпатии, которую мы тоже вручим, но еще от зрителей. The best team will be chosen by jury and our guests. Jury у нас будет оценивать раскрытие творческого замысла, критерии оценок, я говорю, сложность композиции, частота выполнения программы, синхронность музыки и задымленность площадки. Ну, можно сказать, что просто будем оценивать по критериям, по фестивальным. Алексей is not sure he will be in the jury, but she said that they don't... У нас у каждой команды будет описание еще и название темы. Да? Обязательно. Я просто... Вам надо перейти, наверное, по новостям. Я просто снимаю все. Ну вот. Тема выступления. Саня, я потом завтра делаю. Вот. Я завтра делаю. Все. Спасибо, что приехали. Алексей, если нужно перейти на французский, нажми французский. Ай, мы можем...